Всем привет! Через 2 часа ужин, а у нас пустой холодильник. Поэтому мы устроили челлендж «Накорми соперника». У нас есть 6 заданий, там 6 флагов разных стран. Стоп, не трогаем пока. Мы вытягиваем по 3 страны, по 3 флага. Надо угадать, какой флаг какой страны. И потом поехать и купить еду, полноценный мил, то есть обед. Первый, второй, третий и компот. Из той страны накормить соперника. Кто быстрее выполнил задание и вкуснее, тот и победил. Тянуть! Я первый! Ну, давайте. Максим, смотри! Что? Флаг наш! Наш флаг! То есть вот так. Желто-голубой украинский флаг. Это мы. Итак, Макс вытянул. И что же? Это индийский. Ну, Макс, первый лайк Максу за то, что Макс угадал, что это за флаг. Флаг Индии. Мы никогда в ней не были, никогда не планировали туда ехать, но Макс почему-то знает. Откуда знаешь? Просто так отгадал и так немного знал. Ну и плюс, наверное, в школе есть Science, Geography, да? Не, это я просто так. Просто так у нас Макс такой умный. А проверим сейчас, знает ли флаги Катя. И это флаг чей? Америка! Воу! Я знаю. Потому что Макс учит, подсказка, да? Китайский. Подожди! Он сказал китайский. Ну, Макс учит этот язык, да. Ну, латинской страны такой нет, латыни. Францию, наверное, это Франция. Я сейчас принесу на книжку Decover the Moon, там, где есть мои флаги написанные. Окей, итак, твой ответ? Латынь. Двойка тебе! Я забыла, как... Окей, запутали Катю. Видите, как легко запутать девочку. Сейчас, подожди, я проверю, если оно есть у меня. Не надо проверять, Макс тянет 2-й флаг. Америка? Нет. Китайский. Итак, ох ты! Ох ты! Это польский флаг? Ноу, это не польский флаг. Покажи вот так его, чтобы было видно. Я не знаю. Вот я вот сразу говорю, что я не знаю, что это. Это что такое? Так это какой? Ну, короче, пока мы думаем, не знаю, пока Макс думает. Австралия? Давай дадим Кате. Не Австралия, точно. Австралия что-то с английским там похоже связано. Нет. Катя вытянула. Какой же это флаг? Какой сложный флаг? Украинский. Украинский флаг. Покажи зрителям, какой флаг ты вытянула. Это флаг Украины. И ты должна найти, не знаю, вареники нам. Пока мы не знаем этот флаг, Макс может тянуть 3-й. У Кати китайские суши. Китайские суши, Макс. Чьи суши? Японские или китайские? Японские суши. И у тебя последний шанс вытянуть еще что-то интересное. Пожалуйста, оставь мне желтенький. Итак, спасибо. Это? Корейский. Ух ты, молодец! Покажи зрителям, а то же не видно. И это корейский флаг, точнее, Южной Кореи. И это что? Можно посмотреть? Америка! Молодец! Бургеры нужны. Короче, мы не знаем, вот, точнее, Катя не знает вот этот флаг, который Макси подсказывал. А мы конкретно не знаем, что вот это такое. Какие-то узкие широкие полосочки, ничего не понятно. Катя, у нас есть преимущество. Мы должны быть первые, потому что мы знаем все наши флаги. Катя не знает. Катя не знает. А мальчики пока будут узнавать, что за вот этот флаг, мы быстренько поедем и купим то, что нам нужно. Гуглить можно? Можно. Ее, можно. Челлендж на скорость и на красоту. Поехали, Катя. Макс, у тебя в Дюкаверде есть этот флаг? Нет. Окей, надо гуглить, значит. Но это должно быть что-то легкое, ну, в смысле, доступное. Но вряд ли это какое-то Зимбабве. А если ввести флаг красный, синий, белый? Ну, там, может быть, Франция, может быть, Россия, по-моему, да? Документ, думаю, где? А вот он, был. Был, Макс. Вот он, флаг of Thailand. Таиланд. Короче, мы в Таиланде были, но мы этого не знаем. А как ты выводила, ну, покажи. Флаг. Просто флаги. Эмоджик. И нашел эмоджик. Жулики. И все. Короче, мы готовы, мы побежали. Катя, быстро, выбегаем. Они уже почти завели машину, быстрее. Давай, пока ты там разбираешь свои дюмонды, не знаешь, что за вот этот флаг, Мак тебе 3 раза подсказал, но ты не слышала. Ну что, мы хоть сегодня... Быстро! А то девочки обычно раньше выезжают. Нам надо определиться, куда мы сразу едем. Они уже выезжают. Мы их сейчас вот так вот раз, и вот они сзади, вон, смотри. Сейчас нам ударит машину, и будет весело. Короче, что мы сразу покупаем, Кать? Вот это я предлагаю заехать в Макдональдс и купить какой-то мил. Давай вот это в Макдональдс сначала. Американ, да? Давай мы сюда. Да. Все, оставимся наши девчата. Сзади. И мы едем первые сегодня. Наконец-то. Хоть раз первые. И у нас сегодня покупка все азиатская.
Таиланд, Индия. Корея. Корея. Поехали в какой магазин? Давай корейский. Давай. Короче, корейский. Есть магазин, называется Korean Food. Вот туда давай мы сейчас и поедем. Давай. Там, возможно, Индию найдем. Там всякая Азия. Вот это значит, мы едем в Макдональдс. На обратном пути можем со всего заехать. А вот эти два надо определиться, Кать, и чтобы ты угадала, что вот это за... Смотри, они уехали. А мы до сих пор тут. Надо определиться, что это за флаг и ехать за ним. Что? Так что это за флаг? Ты помнишь, Макс тебе сказал? Не, я сейчас в Гугле веду. Окей, тогда ты ищи в Гугле, а мы едем в украинский магазин. Все, мы поехали. Заводимся. Жаль, что у меня только 4%. Поехали, короче. У меня заряда нет, смотри. 26 миль заряда. И ворота закрываются. Поехали, поехали, поехали. Come on. Мы так далеко едем, что ж так долго? Мы едем за корейской едой. Не просто так. А что ты там ищешь, рассказывай? Еще эмочек вот этого флага. А как Макс так быстро нашел эмочек флага своего таиландского? Кать, вспомни, что тебе Макс подсказывал. Какой он язык учит? Латынь. А еще? Испанский. Нет, на М который язык. Муля. Руш. Муля Руш? Да, язык Муля Руш. Не помню, что тебе Макс подсказал. Катя, невнимательная ты. Ладно, едем в украинский магазин. Нету этого флага. Красного флага нет? Тут есть красные флаги, но этого флага нет. Чё так долго? Девочки уже все купили и уже возвращаются. Да они уже американские бургеры могли купить у нас там близко возле дома. Да. Нашла, вот. И что это за флаг? Гоу. Нету интернета. В общем, я подскажу, это китайский флаг, Катя. Все, а мы едем сразу в украинский магазин. Китай. Давай мы подумаем, что мы будем покупать на украинский флаг. В украинском магазине. То есть в украинском в магазине на украинский флаг. Что можно купить из украинского? Борщ, голубцы. Борщ, голубцы. Галушки. Галушки, пельмени. Как их зовут? Что, друзья пельменей? Вареники? Варерники. Вареники. Вареники? Да. Пробка. Где ты с телефоном? Ну реально, вот мы въезжаем. Мы ехали быстро-быстро, и тут опа, и пробка. Ну хорошо, хоть не стоячая, мы едем немножко. Ну да. Вот там будет где-то СССР магазин, торговый центр, то есть... Вот мы и в этом украинском магазине. Попробуем сейчас найти что-то готовое. Так, империя вкуса. Пока ничего украинского, только русские. Пошли там наверх. Нет, какой-то колбасой. С СССРом пахнет. Смотри, он стоматология, реклама тебе. Подержи. Иди, ищи, что мы будем покупать. Воблик. Воблик? Угу. Нам надо такое, чтобы с украинской надписью было. Чобник. Вот я вижу, по-украински написано. Сушки чобник. Это ты считаешь, можно покушать этим? И кефирчик, что ли? Давай кефирчик. Пойдем посмотрим, там готовая еда искать. Печенечки, все, вкусняшка. Катя вам сушку уже выбрала. Так, манная каша. Колбаса. Колбаса. Ну, если написано по-украински, можно брать. Катя, я увидела вареники, но там написано по-польски. Мелонка. Это тоже польский какой-то продукт. Нам надо найти то, что по-украински написано. И готовое. Колбаса. Капуста разная. Огурцы. Полнящие колбасы. Может, возьмем кильку в томате, Катя? Смотри, килька в томате, хлеб, и можно этим покушать. Я знаю, студенты так кушали. Где? Нет? Где? Пойдем искать тогда. Вот оливьешку вижу какую-то. Где колбаса? Катя хочет колбасу, но она вся с надписями не нашими. Охотные колбаски. По-русски написано, Катя. Охотничьи колбаски написано по-русски. И что? Они нам не засчитают это. Колбаски. Ставим колбаски, идем искать дальше. Катя, а если мы купим сгущенку, булку, это что же можно покушать этим? Наконец-то приехали. Мы приехали в самый правильный магазин. Вряд ли девочки найдут American food и Ukrainian food. А у нас конкретно Korea food. Yes, наконец-то. Погнали в магазин. Мы идем в Korea food. Тележка, корзинка, что нам надо? О, special. Смотри, какая тележка. Welcome to Korea food. Итак,
Нам... Вот это и все. Да не все, а первый, второй, третий компот желательно готовое, чтобы была уже готовая еда. Нам, по-моему, не туда мы зашли, Макс. Это всякие тут супы, макароны. Так, это же корейское. Ну, конечно, мы в корейском магазине. Ну, да. Вот всякие пончики с креветками. Такие креветки, такое мясо. Креветки в кляре и мясо. Короче, выбирай. Что мы, первый, второй, третий компот? Все, не надо брать? Я буду вот это и вот это. Ты не ты будешь, а это мы да, угощаем да, Катю. Я буду брать. Блинчики, с чем они? Spring roll. Они с какими-то с овощами, наверное. Да, я тоже буду. Так, блинчики с овощами, креветки в таком вот кляре. И все? Да. А пончики? Это, а пончики? Это пончики? Я думала, это какая-то капуста. Они, это пончики рисовые с креветками или с мясом, со свининой? Окей, берем. Со свининой берешь? Да. Окей. Первый, второй, третий и компот. А где у нас компот? Давай искать. Давай тут еще поищем. Тайскую и индийскую еду. Давай что-то найдем. Нам нужно все то, что написано на украинском языке. Таранька, вон, смотри. Есть, надо как таранька. Селедка. Давай. О, селедка. Ням-ням. Ты хочешь тараньку, что ли? Давай мы сфоткаем, потому что на таранке не написано. Давай сфоткаем, что тут написано, и потом возьмем тараня. Идем еще посмотрим что-то, а потом подумаем за тараньку, окей? Солонка. Вот, кстати, тоже по-украински написано. Теша? Что такое теша? Теща – это мама жены. О, мама жены. Да. Деньги на мать. Кстати, написано по-украински. Можно взять липовый? Мед, смотри. Мед. Мед, да. Так, берем мед. У нас есть сушка, и можно взять еще кефир, и может засчитаться как полноценный обед. Надо найти что-то по-украински еще из напитков кисломолочных. Кофе. Так, кефир. Спасибо. Это все польское. Тут нет украинского напитка, Катя. Нам надо какой-то еще напиток к этому. Может, чай? Слушай, давай чай украинский возьмем. Угу. Так, тут все по-английски. Малина. 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 Это не по-украински. Ромашки. Вот смотри, фито ромашки. Календула. Материнки. Я даже не знала такой травы. Мелисса. Вот я знаю, Макс любит такую. Так что? Не-не-не, ты не набирай все. Нам не надо столько чая. Катя, не гони. Это сильно много. Давай. Берем мелиссу. Все. И побежали, потому что материнки мы сильно... Материнки, да. Катя, а если оно невкусное? Давай материнки попробуем. Я чувствую, что Макс будет материнку нам рассказывать, когда попробует то, что мы ему приготовили. Ну, пошли. Ты считаешь, что готова? Угу. Я думаю, это отличный ужин, особенно когда ты голодный. Пошли. На. Давай еще колбасу найдем. Давай купим. С русским названием, да? На всякий случай, да. Может, засчитают. Это сыр, Катя. Да? Это все сыр. Пойдем на красной колбасе. Давай, иди. Что? О, как она торт присела. Вот написано. Гарани. Грильяжный. Вот. Это по-русски грильяжный торт. Ну что? Катя, нам торт не нужен. Ферреро Роще! Чего ты так кричишь? Так, я возьму еще сметану, но это не на челлендж. Мы обнаружили, что здесь вот японская. Вон дальше. Корейская я вижу. Или мы корейское уже накупили? Нужно еще какой-то дринк корейский. Ну да, компот, напиток. Это тайские всякие напитки, не только. Тайская. Кстати, японские тоже. Мне кажется, это немножко для взрослых все. Это пиво. Вот. Как тебе вот этот набор? Выбор? Интересно. Что из них корейское? Вот эти, мне кажется, вот Кате должны понравиться вот эти какие-то няшные приколы. А? Что мы ей выберем? Давай вот это засчитаем как корейское, я думаю. Я думаю, да. А даже можно подсмотреть, где оно сделано. Ой, пинг-фонг, бэби шарк. И все, и ничего больше. Made in пинг-фонг. И ничего больше знакомого. Made in baby shark. Будем считать, что это корейское. Идем искать Таиланд. Тай-тай-тай-тай. Ты нашел Таиланд? Да. Отлично. Я нашел тай напиточки. Бин-суп. Итак, тай, тай, бин-суп. Кстати, это как первое блюдо, да? Тайское первое блюдо. Суп есть, напиток есть, осталось что-то основное. Но что? Почему-то тут без H. Какой H? Зачем тебе H? Тай? Ну, тай с H. Сай? А, сай, а это тай. Mm-hmm. Это Тайвань. Мы можем идти на кассу? Мы потратили на магазин почти 10 минут, Катя. Вау!
Катя тут зацепилась. Буруна за... такой. Тараня хочешь? Да. Какую? Может, селедочку возьму? Да. Не, тарань. Тарань? Какую ты хочешь тарань? Давай вот эту. Вот эту? Ну, возьми себе одну рыбку. Давай. Сфоткай, что тут записано. Вот я засняла, потом с видео кусочек возьмешь. А что ж ты без маски зашла? Эй, мадам, я только заметила. На, накладывай себе тараньку. Две давай. А, кстати, нет, 4. Да, 10. Давай быстрее, то у нас парковка скоро закончится. Заплатим штраф 60 фунтов. Все, отлично. Все, мы скупились в русском магазине. Пошли прямо. Корейский десерт. Корейский десерт какой будет? Коричневый? Да, шоколадный. А я брал, Катя, розовый. Ну ладно. Один. А это с чем? Моча грин ти. Давай вот это возьмем, попробуем. Это что-то новое. Окей. Возьмем. Нам еще напиток нужен для этого. Вот украинский лимонад. И что там по-украински написано все, Катя? Да. Био-лимонад. Отлично, хорошо. Давай еще. Накупила. Что еще? О! Живчик, это тоже украинский напиток. Бери вот этот маленький, побежали, потому что нам реально сейчас поставят штраф на машину. И как? Вот тебе, пожалуйста, ужин по-украински. Чек нам не нужен. Спасибо. Все, я понесу, оно очень тяжело. Хорошего дня, до свидания. Спасибо и вам. Все, быстренько, Катя, время. Все, у нас такая вот торба. Ужин украинский готов. Мы берем только корейцы, а другое в другом магазине. Окей, то есть мы нашли здесь только Корею. Все, что здесь индийское и какое-то тайское, оно какое-то не классное. Ну, а вот это реально. Не вареное. А здесь выглядит все вкусно. Все, погнали. Погнали. Погнали в другой магазин. Короче, мы почти успели. Вон дядя сзади ходит, описывает машины, которые еще не уехали. Мы не оплатили, все-таки наши коинсы выпадали, а сейчас быстренько должны уехать, чтобы нам штраф не пришел на 60 фунтов за то, что постояли тут 10 минут. Так, держи украинский ужин. Я очень хочу попробовать тараньку, я очень обожаю тараньку, она такая солененькая. Еще да, я... только она не из украинской кухни, Катя. Так, так. И нам тетя сказала, что она из России, рыбка переехала. И еще, я очень хочу попробовать... Мед и, как это называется, сушка. Живчик. Живчик? Ты не пробовала живчик? Не вкусненький яблочный напиток газированный. Так, что у нас остается, Катя? Остается две кухни. Китай и Америка. USA. Что мы делаем первое? Давай поедем за Китаем? Как Давай. Считаешь? Я знаю примерно, где можно взять тейковый китайский. Где? Ты любишь китайскую кухню? Я ее вообще не пробовала. Здрасте, а это пекинская утка, которую ты с Максом кушаешь постоянно? Я обижаю пекинскую утку. Обижаю. Мы сейчас будем подъезжать к МНДСу и будем брать китайский тейк-эвэй. Китай. Сейчас подъезжаем в магазин и, надеюсь, мы найдем и индийскую, и тайскую еду. Тут большой супермаркет, и тут должно быть много всего. Давай быстрей. Че, так долго? И сразу ищем всякую готовую еду, индийскую, тайскую и самую вкусную. Главное, это не забыть маску. Катя все никак с машины не выйдет. Время идет, а Катя там что-то долго думает. Катерина, мак, ответ, не ударь в чужую машину. Ой, ну ты даешь, пошли. МНДС ждет нас. Идем искать китайский тейк-эвэй. Да, и маску надо одеть. Так, ищем китайский тейк-эвэй, да. Очень красиво, оно, наверное, еще и с колокольчиком. Так, Катя, вот тейк-эвэй. Что это? Это не то. Это тоже не то. Это все кук-кук. А где тейк-эвэй? Не поняла. Алёха, гараж. Пошли искать в другой отдел. Давай идем по рядам и смотрим, где бы что-то было написано, там Тай или Индия. Да, если бы мы снимали про Италию, это было бы легко. Макароны, паста, пицца. Вот, я уже вижу. Вот, Chinese favorites. Это take-away. Китайский? Китайский. А что, что американский флаг взяла? Так, давай. Держи, доставай. О, тест Таиланд. Тут мальчикам тоже можно было купить. Таличина. Поздравляю. Да. Что там есть? Покажи, какая еда. Есть первое, второе, третье и компот. Поехали.
на кассу. Тара-та-тара-та-та-там. В Амандесе мы купили китайскую еду. Я перепутала флаги. Ничего страшного. Мы ничего не нашли, то, что нам надо. Мы нашли хлопья. Макс хотел себе такие попробовать хлопья, да? Да. Но мы проигрываем, я чувствую, по времени точно. Где этот Тай, где этот Индия, а? Чувствую, нам придется идти в новое место ехать. Сейчас моя дочь, как всегда, начнет сама все покупать. Тоже 10 фунтов. Вот это наши мальчики топчут. Ну ладно. Finish and pay. No back. Готово? Очень быстро, кстати. Меньше минуты, и мы скупились. Поздравляю. Ты молодец. Есть. Наконец-то мы нашли что-то индийское. Картошка с этим лэмбом. Кстати, Кате не понравится. Катя же не любит, когда ягнят едят. Это же эти его барашки Шоны. Но нам надо что-то индийское. Ну, берем? Да. Но нам надо еще что-то. Так, и это мы для чего берем? Тай. О, мы нашли что-то тайское. Утка. Макароны с уткой тайские. Ну, за индийский лэмб тебе Катя не простит, конечно, а за утку, я думаю, будет класс. Остались напитки и десерт. Пойдем. Давай. Быстро садимся и едем за Макдональдсом, так как это американская еда. Прошу ваш Chinese takeaway. Сейчас будем кушать что-то китайское. Да. Похоже, невкусное. Там паста, мясо. Чили-креветки! Сейчас мы мальчиков накормим чили-креветками. Ждите, мужчины, мы едем. Они вкусные, сладкие они. Все, мы поехали. Мы нашли Тай? Есть! Как долго мы его искали. Тай, точно, Таиланд. Все, выставляй свои макароны, бери конкретный Тай. Вот он, Тай. Наконец-то. Все, макароны с уткой выставляем. И можем уже идти искать десерты, напитки и на кассу. Еще Тай. Еще какой-то карри. То было карри. И это тоже карри? Ну, короче, Тая у нас куча. Тай грин карри, коконат карри. Ура! Тайского не нахожу из напитков. Так что берем Кока-Колу. Кока-Колу? Ты да. Уверен? Кока-Колу не сетку. А, ну точно, точно. Кока-Кола идет в тайский напиток. Ничего не раздавит. Не раздавит. А Индия, что пьет Индия? Чай. О, точно, молодец. Здесь кофе. Для таблицы должен быть чай. Так, где наш чай? О, вот и чай. Индийский есть? Какой ты выбрал? Матча. О, матча грин. Это точно какой-то японский из азиатский. Ух ты, какая пачка. Ну все, погнали. Только десерт и еще что-то в Индии. Мы не нашли индийское. Так, я нашел вот это. Так что давай мы возьмем вот это. Ты думаешь, такое в Индии едят? Может быть. Я думаю, да. Ну, окей. Так. Yes, yes, please. Окей. Thank you. Hey! Готово. Будет там трипл чизбургер, но не в меню. Thank you very much. Thank you, bye. 4.78 за наши чизбургеры. Ты будешь кушать сейчас свой трипл чизбургер или уже с мальчиком? Hello. Мальчиков. Thank you. Значит, вот тут яблочки и трипл чизбургер внутри. Вот тут хэппи мил. О, с миньоном. Посмотрим, что там внутри, когда уже мальчики откроют. Хорошо? Ага. Все, мы едем домой. Сейчас увидим, кто будет первый. А потом посмотрим, кто будет лучше всех. Я надеюсь, это мы. Да, миньон. Я миньон банан. Мы знаем, кто выиграл. Идем, узнаем, кто же первый все-таки приехал. Надеемся, что все-таки мы. Пока они там украинскую кухню найдут, то мы тут уже всю индийскую нашли. Ну что, кто приехал первый? Приз. Приз не Катя, Итак, мы уже подъезжаем и смотрим, кто первый. Судя по всему, мальчиков нет дома. Они первые. Как они могли выиграть у нас по скорости? Нечестно! Так это может быть! А может, они никуда не ездили? Может, они все с доставкой заказали себе, а? Мальчики приехали! Пойдем! Вы что, все с доставкой сделали? Лазеры! А где еда? Вот еда. Ну, в общем, в первой части выиграли
мы, как знаете. А может, вы никуда не ездили? Может, вы все с доставкой? Да, мы вот Гучу попросили, она волшебница нам все сделала. Ну что, покажите, что у нас? Мы еле-еле Индию, Тай нашли. А мы видели Тай. Мы видели Тай, скажи, Кать. Даже купили, все купили. Идемте, вас будем кормить. Мы купили Китай, но там был и Тай. И Тай? И Тай, и Китай. Пошли кушать? Мы уже голодные. Уже время, знаете, сколько? Сколько? Без 10:06. Мы хотели заказать еду в индийском ресторане. Но они все поздно открывают, ждать не хотели. Ну, показывайте, что там у вас. Сейчас, сейчас. Мы все сразу выставляем, всю еду? Ну, да. Вот это мой. Трипл чизбургер. Макс руки моет. Почему твой? Ты нам должна была купить вот это еду. Ваше. Мне милый, мам милый, а нам не даст. Смотри, как, смотри вот какой крутой они купили чайниз еду. А там еще был и тайниз. Тайниз? А мы специально не пошли в тот магазин. Мы знали, что вы там будете. Поэтому решили туда не ходить. О, вау, вот это, бульки. Короче, корейское у нас все самое вкусное. Мульки-шмульки. Мульки-шмульки, вау. Да. Подожди, Катя, посмотри, вкусняшка. Это сюда же. А, это просто так там было, я не смог отказаться, чтобы не купить тоже. Круто. Дальше. Тарань! Макс, помогаешь мне? Это кто? Это Индия, да? Да. Это считаем, Индия? Что Индия. Чё, мы не могли найти. Не читай ничего. Это Индия. Это что? Это Тай. Creamy bowl. Чай где пьют? В Англии. Индии. Индийский чай со слоном. Вы знаете такое выражение? Это Индия. Это Индия. Это Тай. Короче, я уже вижу, Катя, наши победы прям светится. Это то, что пьют тоже Тай, как канатную воду. Ой, в Украине тоже пьют. И всякие фруктики, да. В Украине много чего пьют. И это все тоже вот туда же. Ну, вот, в общем, пожалуйста. Спрашиваем у зрителей, кто во второй половине победил, кто красивую еду привел. Что это вы тут красивую, берете? Красивую, вкусную. Итак, это наш чайниз. Это ваш индиец. У кого красивее? Я считаю, нам бал. Упаковка красивее, затем. Но мы не знаем, что внутри. Может, там кот в мешке. Сейчас мы все будем вкусно пробовать. А где рогалики? Какие рогалики? Американские донатсы? Нет! Вот у нас есть мил американский. Вот ма, раз, это мой трипл чизбургер. И даже Жулик, отдай ребенку. Отдаю. Вася. Жулик, отдай ребенку и давай... Вася! Давай смотреть дальше. Вот так, это дай наше. Я считаю, что снова же красивее у нас, а чем у вас. Ничего набор себе! Набор. Ваше американское продается на каждом шагу. Наше же тайское. Макс, еще попробуй найти. Не умеете вы просто... Макс, а чего ты уже достаешь? Мы еще пока не готовы. Назад еще верни. Еще никто ничего не ест. Назад верни. И вот это вот корейское. Корейское, кстати, красивое. Да. Но не мил. Не мил. Не мил. Нормально, как мил должно не быть. А украинская мил. А где вареники, где сало, я не понял. Посмотри воду. Посмотри на живчик, воду. Да, живчик это чисто украинское. А это что? Биола лимонад, вау. Это что? Мил. Таранта. А где мил? Этим разве наешься? За украинскую вам точно минус. Ни сало, ни вареники. Это вообще не наешься бубликами. И нету даже рогаликов. Есть красивый чай. Рогаликов нет. А чай, посмотрите. А он вкусный, я ни разу это, не видел такой. Это душица, да? Ну, какая-то душица написана, материнка. А, ну да, по-русски вот же есть. Оно украинское, но оно непонятное. И папа, украинский мед. Папа. Это круто, конечно, но вот это не назовешь едой папа вообще полноценной. Папа. Да. А как это называется, та штука, то, что бабушка делает, какая-то... Личинка. То, что, ну... Кокон. Типа... Нет! Бабушка делает, ну, рогалики с повидлом. Нет, то, что рап... Заворачивает, голубцы. Заворачивает... Да, голубцы. А где голубцы? Где голубцы? Котлеты, а? Короче, вообще еды, как таковой, у нас везде есть. Основное так блюдо, десерт и напиток, видите? Молодцы, основное у нас так же. Десерт и напиток. Короче, теперь... Третий раунд. Начинаем пробовать. Пойдемте кушать нашу корейскую еду. Китайская, Кать. Это что, китайские чикен наггетсы? Я не знаю, что наггетсы это. Давай пробовать. Вау, это тут какой-то макарон. Это рис с яйцом получается. Так, Макс первая пробует. А Кать, вы долго нас ждали? Долго. Около часа, наверное. А мы греть не могли? Нет, нам надо все холодное пробовать. А что это реально? Похоже, хочется. Чикен наггетсы. Угу. С соусом. Китайский? Чувствую, китайский, что мы хорошенько наедимся. Вот а это мне интересно. Мне кажется, что это крабовые клешни. А ну-ка.
Ух ты, жесткое такое. А Макс взял вот какие-то такие вот роллы. Что Макс? Это? Классные? Что это, папа? Покажи нам. Я не знаю, что это. Это курица. Катя с вами, вон, смотри, уже ужинает. Говоришь, это курица, только в другом соусе. Ну что? А это? Ну, неплохо. Это похоже биф. Но за то, что вы час нас ждали и даже не подогрели, минус вам. Ой, вас сильно горячее там будет. Ну, мы искали долго. Так, это с чем? С овощами, да? Да, с фасолью. Блинчики с фасолью, это не мой. Ну? Вот это вот интересно. За китайское лайк? Лайк за то, что не нагрели, дизлайк. Жулики. Давайте, готовьте вы. Девочки в первом раунде даже не дали нам напиток какой-то. Да. И вкусняшку, сладость. А говорят, что... Целый мил, да. Да. Иди ставь чайник. И говорят, что наш не целый. Ага, иди ставь чайник. Сейчас мы их удивим. Даже вот чай мате, не просто так. Мате? Мате, да. Индийский. Чайчик нам будет сейчас. Что там за пука? Чай под названием пука. А вы что-то покрасивее не могли найти? Мы самое индийское находили, искали. Вау, Катя. Хороший ужин. Подожди, еще не готов чай. Чай. Заливаем ваш зеленый индийский чай. Конфетка, мама. Ну-ка. Без слона. Извините, чай без слона. Был популярный советский чай со слоном. Конфеточка, смотри. Это вместо того, чтобы так. Ужин кушать, мы сразу конфетку. Мы же знали, как заработать лайк от Кати. Кать, а попробуй основное блюдо. А вы знаете, что после 6 кушать сладости нельзя? Вы нам сразу... А что вы после 6 такое видео собрали, где нам надо 3 блюда съесть? Посмотрите ближе, как эта картошечка выглядит. Это картошечка. Она как чипсы. Обалденно, шикарно вкусная. Я думаю, что она ядреная. Она с соусом и с мясом. Подожди, это не твое. Стоп, это пробуют девочки. Стоп, а ну забери собаку со стола. Макс! Это не Китай. В Китае можно было бы ее съесть. А у нас Индия. В Корее можно съесть собаку. В Корее? Китайцы тоже ели. Лайк, я люблю спайси. Вот, видите, мы заработали лайк, Макс. Не лайк, а мой сильно спайси. От мамы лайк за блюдо, от Кати лайк за конфеты. Даже пука чай. А от зрителя лайк за старание. Попробую еще вашу вот эту вкусняшку шикарную. Как ну, и скажи, как она? Она пахнет, знаете, чем? Сейчас. Она пахнет птичьим молоком. Потому что это так и есть. Птичье молоко изобрели в Индии. Вы разве не знали? В 150 году до нашей эры. Да. Там птицы доелись, как коровы. Ну что, готовьте теперь свое что-то. Удивляйте нас. Ставим лайк. За картошку отдельно. Спасибо, реально вкусно. Можно пробовать. Иди готовь. Или готовься пробовать то, что нам сейчас дадут. А чай пука. А чай пука. Пахнет как пука. Пукой пахнет. Катя, чем пахнет чай пука? Пуклями. Макдональдс. Итак, американская еда. Но я вот что-то, у меня подкрадывается сомнение, что два человека взрослых практически не наедятся одним хэппи-милом. Вы чем думали, когда покупали? Что а где чизбургер? Вот картошечка. Это игрушка. Да, короче, мне досталась игрушка. Максу... Да, это был чизбургер. Видно, что дети голодные. Максу гамбургер. Это гамбургер, а не чизбургер. Ну и что? А у меня игрушечка. Анбоксинг Боба. Или кто это? Видите, у нас даже с интертеймент. Мил с интертеймент. За Стюарта или Боба лайк. Это классный чувачок. И он весь аж испачкался. Картошечку можно краски. Съесть, пожалуйста. Картошечку можно съесть, гамбургером закусить. А что вы чизбургер не взяли, а? Это... Ну вот, мы взяли трипл чизбургер. Не, это вы себе взяли. Спасибо. А нам? Ну вот, пожалуйста, угощайтесь. Только один попробовать. Ну по вкусу как? Вкусно? Макс! О, пошел, Катя, да, чизбургер. Ну то вот так просто не очень. Лайк или дизлайк? Как Катя отставит? Вот так. Хорошо! За то, что без чизбургера. Хорошо. За то, что один гамбургер на двоих мужиков. Накрывайте стол, мужики. На двоих мужиков один гамбургер. Не да. Катя, ты видела, как надо с ними поступать? Все, ждите, мальчики. Угощайтесь, девочки. Это наша тайская еда. Какая? Тайская. Из Таиланда. Это называется коконат карри, а это грин карри. А это что такое? Это к этому соус. Кать, куда ж ты лезешь ложкой? Это вам напиток кокосовая водичка.
кокосовая водичка. Пробуем вашу сначала тайскую. Пробуйте вот карри. Кашу. Карри не просто так. Это карри с киноей, да, и с батернатом. Кать, пробуй карри. Но похоже на хелси. Мне кажется, карри поела карри. Наша карри поела уже Макдональдса, и уже ей тайское что-то даже карри, не это. Пробуй. Хотя бы маракуйю попробуй или манго. А посмотрите, это реально, вот быть. Это и вот это, за вот это а. Уже можете ставить лайк. Можно ставить? Нет. Не знаю, спрашиваю девочек. Нет. Мне кажется, нам девочки ставят лайк. Нет. За нашу тайскую еду. Не-не-не, я вот это попробую. Это тоже можно перемешать, это вот грин карри. Макс, мы правильно все делаем. А вы знаете, что наша корейская еда, она на самую закуску, и она самая вкусная. То есть самое вкусное мы оставили на самый конец. Ладно, реально вкусно. Молодцы. Попробуйте. Что? Вот это. Все? Вкусно? Да, сильно кисло просто. Но я обожаю кисло. Вау, так сладко-сладко. Ну что, Макс, мы еще раз заработали кисло, лайки. Я не ставлю лайки. Ну, по-любому кисло, оно так должно быть, вы что? Все, мальчики, если кисло, вам дизлайк. О, кисло, ням. Верно. Ладно, лайк, вкусно. Е-е-е, Макс, мы заработали 2 лайка. Хотел манго перекушать, мне кажется, оно зеленое. И сейчас мы сейчас мы пробуем. Что же вы нам принесете там? Украинская еда. Ну, за украинскую я не могу поставить дизлайк, но это же не еда, это же закуска, ё-моё. Ну, не было там мило. Все было японское, китайское, польское. Там было колбаса, но там все по-русски. Ой, как красиво. Мальчики, угощайтесь. Это спасибо. Закуска. Что мы пьем? Я буду живчик, я помню, живчик был очень чай, вкусный. Чай, точно. Чай, да нет, спасибо, тут есть напитки, я... чай потом мы попробуем. Это газированная вода, вот это лимонад украинский. Пахнет вкусно. Я люблю тараньку, люблю живчик. Но мне кажется, как это... Вот, взял я тараньку и запивать жевчиком. А пива украинского там не было? Может быть и было. Ну, в крайнем случае, таким можно же покушать, смотрите. Ну, правда, кефира не было. Пахнет очень вкусно и свежо. Вау! Это мы обязательно почистим и попьем. Попьем. Попьем, да. Макс, а знаешь, что я подумал? Если бы мы захотели всякого сушеного накупить, так мы бы еще в первом магазине всяких сухариков бы корейских и да. тайских и индийских накупили бы. Но мы хотели да. что-то свежее, вкусное и более похожее на еду. Да. Поэтому... Представляете, что в украинско-русском магазине продают польские товары? Нету там готового ничего украинского. Не нравится вот это. А все, Макс кушает. Ну-ка, Макс, скажи, вкусно, правда, Макс? Лайк, вы... да, Макс? Почему? Я думал, вы догадаетесь заказать в украинском ресторане. Мы же заказывали на дом. Точно так же поехали бы, да и купили бы. Там все. Стри. Ты что пьешь лимонад с бутылки, мадам? Я попробую. Короче, за тараньку вам лайк, за бублики лайк, за все лайк. Но что вы не посообразили в ресторан зайти украинский, я не знаю. Есть же у нас тут рядышком. Макс, как? Вкусно? Угу. Так что, лайк? Лайк. Угу. Класс. Все, перерыв. Я пока погрызу. Угу. Накрывайте нам корейскую еду, самую вкусную. Давайте. О, будем... кстати, самая вкусная. Пошли. Самое вкусное и самое свежее, потому что приготовлено сегодня. Макс, презентуй. Корейская еда. Это шримпсы, это кисло-перченый соус. Я это обижаю. Я знаю, что это креветки, вкусно. Да, очень вкусные. У меня аж слюнки текут. Но мне калорий больше, чем в торте целом. Это точно. Вот такие это булки непростые, булки с мясом. Я и вот спрингрол. А я не знаю, если честно, как правило. Это со свининой, а вот это я даже не знаю. Ну что, я так понимаю, за креветки точно лайк? Угу. За булки и вот я не знаю. Не креветки, мне курица попалась. Курица? Да. А, Макс, мы перепутали. Я реально думал взять креветки. Я думала, это курица. Я думал, что это креветки. Вкус студенчества, беляши. Короче, мы угадали. Я думаю, за вот это Катя нам точно лайк поставит. И за вот это, где напиток? А, за напиток уже лайк. Третья. Короче, я думаю, что я думаю? Девочки выиграли в этом, во скорости, но мы, скорее всего, выиграли во вкусе. Ну, корейская реально самая вкусная. Но не откр... Ты смотри, маме даже понравилась тайская, понравилась корейская. И индийская тоже была неплохая. Короче, вот зрители... Маму надо было просто покормить. Зрители, пишите, что вы думаете об этом. Пишите, кто же все-таки лучше выиграл вот по вкусняшкам всяким. И вообще, ставьте лайки. Поддержите нас, потому что мы работаем для вас, чтобы было интересно, весело и
Может быть, даже познавательно. Кто знал, что такое вот напиток детский запломбированный изнутри? Ребенок мог потерять. Так Катя еще не пила? Ну, короче, Кате приятного аппетита. А зрители, ставьте лайки. Беляш, кто любит беляш? Ставьте лайки, потому что я хочу уже идти что-то там пробовать. Макс, ты там жулик. Это для девочек. Макс ужинает. Ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока-пока. И пока-пока. Пишите комментарии, или нравится вам видео с едой. И мы будем еще снимать и снимать, и потом кушать. Всем пока-пока! Пока-пока! Я иду чистить тараньку с этими беляшами. А я буду есть ням-нями. Вот это. Пока!